2:20 поступило сообщение на пункт связи части о возникновении пожара по адресу улица Орджоникидзе, 115, 4 этаж жилого дома. По данному адресу было отправлено отделение на автоцистерне с боевым расчетом и автолестница, так как возникновение пожара было на 4 этаже. С помощью звена газодымозащитной службы было поставлено автолестницу, и с 5 этажа было проведено спасение людей. Значит, спасли маленькую девочку, ребенка, ее пожилых родителей. Второе звено было направлено на спасение людей непосредственно с 4 этажа. С помощью звена газодымозащитников было выведено из 4 этажа двух пожилых людей. Также было спасено их больную мать. После спасения людей все силы и средства были направлены на тушение пожара. Пожар распространялся на соседние комнаты данного этажа, и также по балкону и лестничной клетке распространялся на 5 этаж. Сотрудниками МЧС было отключено электроснабжение данного подъезда, после чего проводилось тушение данного этажа данных комнат. Значит, всего на пожаре было спасено 6 жителей данного дома. Усложнялось тушение пожара и спасение людей из-за того, что произошел пожар в ночное время суток. Плохая видимость, сильное было задымление, огонь с большой скоростью распространялся по всем предметам. Неизвестно, почему возник пожар, хозяйки данной квартиры не было. По предварительным данным было установлено, что сгорела одна квартира и повреждены были две квартиры 4-го этажа и одна квартира 5-го этажа. Ущерб, как такового, в принципе, сказать не могу, этим занимается определенная комиссия, все дальнейшие моменты будут сказаны, из-за чего возник пожар, где он возник, какой ущерб и так далее.